Всем привет, дорогие друзья, с вами Владимир. И сегодня вот такие вот две посылочки, маленькие, но интересные посылки. Так что оставайтесь с нами, и сейчас мы их распакуем. Итак, две посылки. Обе посылки недорогие, обе шли по левым трек-номерам, которые вообще не отслеживались, непонятно, что это такое. Простая, чинопост, смайл-пакет. В общем, приступим к распаковке. Посылочка оценена 89 центов, весит 23 грамма. Все запаковано, ничто нигде не вскрыто, очень легкое. Давайте с вами откроем и посмотрим, что там такое. Опа, все, в посылке ничего нету. А здесь у нас вот такие часики. Такие вот часики. Давайте одни откроем и посмотрим, что за часики. Я так понял, это часики-пазлы. То есть развивающие часики для ребенка. Ну, естественно, для более старшего возраста. Просто супруга покупает. Все на вырост, так что... Все для более старшего возраста. Что из себя представляют эти часики? Во-первых, начну с того, что это, скорее всего, 2+, даже 3+, наверное, потому что детальки мелкие. На этих часиках можно учиться времени, то есть можно выставлять циферки и изучать время. Еще эти часики можно просто взять и разобрать. То есть вот они разбираются, вынимаются цифры, можно спокойно вынуть все циферки. И потом также сидеть, позаниматься и все это вставить. Значит, вот такие вот часики. И вторые часики зелененькие. Вот такие развивающие вещички можно приобрести своему ребенку и изучать на этих вещах время, чтобы учился ваш ребенок распознавать часы, минуты, секунды и все остальное. Ссылочка на этот товар будет под описанием видео. Переходите, подписывайтесь на канал. Из чего сделаны эти часики? Эти часики сделаны из мягкого пористого материала, что-то подобное кухонной губке, только чуть-чуть поплотнее. Пахнуть ничем не пахнет. Были у меня уже пазлы на распаковочке. Вот такой же материал, как пазлы. То есть мягенький, в руке приятный. Ребенку будет приятно с ними играться, но единственное, что мелкие детали не давайте совсем маленьким детям. То есть 3+, я думаю, нормально, трехгодовалый ребенок уже такую фигню в рот не потянет. Ну что ж, это было вот две пары вот таких часов наручных. А мы с вами продолжаем и откроем вторую посылку. Вторая посылка тоже не знаю сколько шла, трек номер не отслеживался. По времени заказа где-то 3 недели. Значит, цена в $1, 22 грамма. Рвем, все рвем и достаем. Во, вот это вот вообще обалденная вещь. Я, правда, не знаю, зачем была заказана, но для проверки, для испытания, я думаю, подойдет. Вот это вот раз. И вот это вот два. Знаете, что это такое? Это вставка в детское боди. То есть вот такая вставочка. Что происходит на данный момент? У меня, допустим, ребенок очень быстро, и это хорошо, подрастает. И все боди ему становятся малы. Не стал я искать именно китайское боди, нашел вот такое боди. Ну, я думаю, эта вставка не поможет, но все-таки давайте хотя бы посмотрим, как это работает. Значит, имеется у нас вот такой вот боди. Ребенок из них вырос. В данный момент он использует их просто как футболки. То есть мы уже внизу ничего не застегиваем. А тут можно сделать вот так вот хитро. Еще и кнопки не подходят. Супер. То есть китайское, скорее всего, надо использовать именно для китайского. То есть берутся вот так вот на кнопочки. Здесь закрепляются. И потом... Вот здесь вот закрепляются, и получается у нас вот не входит она. То есть не подходит сюда, но не в этом факт. Для китайского боди, я думаю, подойдет.
просто не стала искать китайское, значит, вставляется это с одной стороны и потом с другой стороны. То есть получается вот такое двойное боди. Ой, такое вот удлиненное боди. Получается вот такая вот удлиняющая штучка. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок использовал дальше, то можно вот так вот сделать и не будет задираться. Вставили вот такую вот вставочку и все будет хорошо. Но говорю, в нашем варианте мы используем их просто как футболки. Выросли и выросли. Что же теперь сделать? Ну, вот такая вот была сегодня распаковка. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставайтесь с нами. А с вами был Владимир. И всем пока, до новых встреч.